Итак, игра группы Д, команда АЕК, которая проиграла в упорной борьбе Островцу Росатом, встречается с второй командой из России на этом турнире, команда НТУ, в которой сейчас с мячом Илья Быков. Илья Быков, представитель команды БКНН, который выступает в чемпионате России по баскетболу 3 на 3 в этом сезоне. Большой привет Артуру Саркисяну и всей команде БКНН, Илье Харидинову, в том числе. Так вот, это такая, ну, некоторая сборная. Три игрока здесь из Нижнего Новгорода, один из Москвы. Илья Быков как раз забивает, набирается он опыта на чемпионате России. Соответственно, это номер 8. Номер 4 у нас Федор Маханев. Номер 14 Дмитрий Мягков. И номер 37 Михаил Лешков. Вот, пока я договорил, Швенчикас Юргес забивает дальний бросок. И счет, я так понимаю, 4-2. 4-2. АЕК Сосновский сейчас номер 55-й. Скидывал на Швентикаса номер 6-го. Юкневичус издали мимо, но Сосновский исправляет, почищает и забивает 5-е очко, 5-2. Приветствую сейчас Сергея Выбишевича, который отдыхает между играми. Два слова буквально, Серега, я отстану, два слова, как ощущения? Отлично все. Прогрелись? Сколько попыток на дальний бросок ушло, чтобы попасть в последний? 7, но забил последний, и он самый важный. Так что все. Так. Возвращаемся к игре. 6-4. Юкневичус бьет мяч себе в ногу, и потеря. Мягков. Два. Нет. Юкневичус, еще двушка, 8-4. Мягков пытается сразу же ответить, нет. Дима мажет, Сосновскис на Квидерающуса. Юкневичус. Сосновскис. Юкневич. Не разобрались, не увидели счетчик. Быков. А это второе предупреждение за задержку. Еще раз расскажу, что все завязка шнурков. Долгая замена, невзятие мяча. Ну и самое распространенное, это когда люди мешают после забитого внутри полукруга, противодействуют. Это все предупреждение за задержку. И фактически с любой из них второй будет означать автоматическое пробитие технического штрафного. И сейчас предупреждение уже у команды ННТУ. Швентикас забрался там и потерял мяч.
Быков против Хайдерайвичуса и сам себя загнал в сложнейшую ситуацию и промах. И тайм-аут за 6:49 до конца. Команда ННТУ — это как раз последняя команда, которая вступает в игру на нашем турнире. Уже все до этого, остальные 11 сыграли. Это 12-я, которая подключается просто последней. То есть у нас уже все в игре. Шветикас на Юкневичуса. Ошибка при передаче. За 6:45 до конца. Забивает Илюха Быков. Держит команду ННТУ на плаву. Илья. Сосновскис из-под кольца мимо. Маханев и Швентикас боролись за мяч. И в итоге владение российской команды. АЕКу кровь из носа нужно побеждать, чтобы сохранять шансы на выход из группы. Лешков. Ошибка при передаче. Браво. Ой-ой-ой. Браво. Браво. Илья Быков быстро сориентировался. И сфалил внизу. А там было гарантированное очко для АЕКа. Так что очень правильное решение. Швентикас. Нет. Пятый фол. Тоже внизу без штрафного. При этом у АЕКа всего одно нарушение. Андрюс. Дальний мимо. Быков подобрал. Против Квидерайвичуса сразу бросал. Мимо здесь. Юкневичус под кольцо. И 9-6. Вот такой вот бросок от Маханева. Юкневичус под кольцо с контактом. И это шестой фол, последний для российской команды, которая будет наказана только одним штрафным в защите. Мягков. Лешков. Нет. Юкневичус. 10-6.
Шведика с первой штрафной мимо, второй тоже мимо. Борьбу за подбор выигрывает ННТУ. Шведикас там оказал серьезное давление на мяч и сам получил по лицу от Илюхи Быкова, но это, до этого уже был фол определен. Быков. Остановка. Бросок мимо. И просто так забивать на регулярной основе. Так, и это еще один фол для ННТУ. И еще два штрафных для Швентикаса. Вторая попытка разобраться со штрафными. Третий подряд промах для Юргеса. Первый есть штрафной из четырех. Комментируем сидя. Четыре двадцать играть. Плюс шесть. Двукратное преимущество АЕК. Быков из угла нет. Сосновскис на Юкневичуса. Андрюс еще два забивает. 14-6. Быков. Совсем мимо. Ой-ой-ой, Андрюс. 15-6. Маханев на Лешкова. Обратно на Быкова. Быков еще два. Нет. Браво, Илюха. Из 7 очков Быков, по-моему, набрал очков 6. Юкневичус. Фол нападения. Михов забил 2. На что сразу Коралис Квидерович отвечает из-под кольца. Юкневичус. Еще один фол и два штрафных очередные для АЕК. И это уже 9-й. Оба мимо. Со штрафными не лады у АЕК в этой игре. Браво, Швентикас. Юргес отборолся, забрал мяч из-под кольца, забил. Мягков еще дальний забивает. Дима. 11-17. Нафалить вообще нельзя. ННТУ.
Тадос. Фол. Десятый. Десятый фол. Шветикас вроде бы разобрался со своим штрафным броском. Нет, рано. 18-11, теперь владение еще за АЕКом. Ой-ой-ой. Юхневич. 20-11. Быков также отвечает. 20-13. И Шветикас. Владение на НТУ. Ой-ой-ой. Браво, Илюха. Браво, Илюха. Еще один фол. Еще один фол. Зачем, совершенно непонятно. Для чего такое акцентированное движение в корпус. И два шанса у Юргиса закончить игру. Первый он не пользуется. И второй тоже. То есть проблемы со штрафными. Никуда не делись. Юхневичус. Под кольцо забирается, забивает. 21-15, победа АЕК. У них 1-1. И они ждут результата встречи ННТУ против Росатом Островец.